батарею в камере. Ну что, ехаем обратно. Ох, блях, тяжелый какой. Ну, не такой уж и тяжелый, каким бы он мог быть. На самом деле, он же мог бы быть 6-цилиндровым, 4-цилиндровым. И тогда вообще весить еще на суточку больше. Где-то тут ветки, банки, склянки, которые указывают на поворот. Вот они. Тут здесь ездит на машине даже кто-то. Поедем другим маршрутом по лесу, катанем немножко, посмотрим, как что здесь, как вообще там, почему это, ну и вообще, да. Так, вот здесь мы секанем налево. Не, вообще восхитительный мотоцикл у меня. Я просто еду, вот жуки в глаза летят, в рот там, в нос. Визор опустил, вообще сразу еще лучше стало. Все заросло, тут мало кто двигается. Этот самый, тут уже у нас двигаться нельзя вообще. Ни туда, ни сюда, никуда вообще двигаться.
что эта развилка, она всегда меня пугала. Я просто не знал, куда ехать на ней. Вот. Вот, а вот здесь вот прям сразу известно, что надо направо. Наверное. Может быть. Бля. Ну опять грязь. Ну что за я за человек такой? Ну зачем мне вот это все надо? Чистый мотоцикл был. Хотел порадовать себя, прокатиться, а порадовал тем, что я его мыть буду. Хотя я его не буду мыть, пусть он грязный стоит. Это вопрос еще задайте, почему я сцепление выжимаю. Тут какой-то. Здесь же полуавтомат, а я сцепление выжимаю. Что я делаю вообще? Зачем я это все? Зачем я так делаю? Выжимаю сцепление, потом хлобысь включил. Пидорачу. Да что я за человек такой? Нет бы не выжимать сцепление, да? Так дай же выжмать. А хотелось бы услышать в ваших комментариях, вот вообще это вот Ижак, он настоящий мотоцикл, или это какая-то вот, ну, как, типа игрушка или подделка какая-то, или вот, знаете, вот как вот, ну, мотоблок, да, вот это ж не машина, да. Ну, на мотоблоке можно там кузов прицепить и там по деревне проехать. Но мотоблок не машина. Вот может и Ижак тоже не машина, не мотоцикл, а, ну, которым, на котором там куда-то далеко поехать, там, из города в город. Там, ну, тут ездить, кайфовать, чтобы туда-сюда. Ну, вот как на Хонде, там, на какой-то там на Ямахе, Сузуки, Кавасаки, там, Дукати. Вот, может быть, он не мотоцикл. Пишите, что думаете. Не, ну, у кого только Ижак, тут там это ж адекватного не будет мнения. Тут, конечно, скажешь, мотоцикл охеренный, там все, я на нем катаюсь. Ну, с ключами. С ключами, с пассатижами, молотком и зубилом катаясь там, ну, рядом с ним, на коленках. Да. А, так вот, на самом деле, вот если вот подумать, для чего он нужен вообще? Вот, в основном, его цель какая вот в хозяйстве? Чтоб ты не пошел бабу пороть чужую, чтобы ты тут сидел подле него с ключами, да? Вот для этого. Или может быть, ну, чтоб ты это. Забухать ты с ним забухаешь, все равно какая разница. Что с ним без него. Это вот, вот у него вот большой плюс. Он не влияет на это, на синьку никак. На синьку вообще не влияет. Потому что если человек бухать будет, он бухать будет с ним и без него. И бухой будет и на нем ездить. Вот. Ох, что за люди кругом? Что за люди? Почему вы такие? Что вы? Что вы? Куда вы? Что вы съели? Чем вас покормили? Ой. Бляха, видать, мне тоже досталась эта еда. Что со мной происходит? Куда я еду? Зачем? На этом Иже. Уже есть нормальный мотоцикл, нормальный мопед китайский. Сел, кайфуй, едь, просто вот рот разинь, лови мошек, просто вот так вот, улыбайся всем. А это вот едешь и думаешь, что ты не туда едешь, не то поломаешься, не то цилиндр откажет, правый или левый, не знаю, главное, что не знаешь, что откажет. Вот в чем дело, обидно. Тут был бы, как бы уже узнаешь, что откажет, но только не знаешь, когда. А тут ты не знаешь, когда и что.
вообще весь непонятно в таких, что просто ужас какой-то. Сидеть неудобно, бляха, я скатываюсь. Или жопа у меня такая неправильная. Не знаю. Ветрозащиты никакой. Дует, как на семи ветрах. На семи холмах. Радио какая-то. Радио Шансон. На семи холмах. Ух. Что тут? Свет. Света тоже. Свет никакой. Ночью что? Куда ты будешь ехать ночью? Тем более пьяный. Один хер ничего не видишь. Хоть со светом, хоть без света. До первого столба. До первого столба и без света можно доехать. Тормоза. Ну какие тут тормоза? Откуда они? Кто их тут? Барабаны эти сраные. Блять. Сука. Куда я тут включил? Включил. Все летят, блять. Тут на нем будешь выезжать 4 полосы, чтобы пересечь 3,5. Блять. Целый час будешь выезжать. Если не больше. Один плюс, дыма много. Дыма вообще вот как будто КамАЗ. Вот это плюс большой. Обогнал бы. Ну и что ты меня обогнал на Форде? Ладно бы на Мерседесе обогнал бы там еще. Чем тут гордиться? Форд Жака обогнал. Фу на тебя. Сейчас я его надержу, бля. Сейчас я поддам. Сейчас я его быстро сделаю. Сейчас я ему... Ой, сзади, ребята. Бля, газ не сбрасывается. Сука, курва. Я обосрался. Я обосрался, ребят. Разогнался, обосрался. Бляха, муха. Ну вот он, Форд, что, далеко уехал. Ха! Нашли, на чем бумахерца передо мной. Вообще классно. Классный ежак, я бы сказал бы вам. Без дела не будете никогда. Всегда при деле. Вот. Без дела не останутся. Все, всем спасибо, всем пока. Я уже домой приехал почти что.